Использовать силу противника, чтобы победить. 80 спортсменов Самарской области приняли участие в региональном чемпионате по дзюдо. 20 девушек и 60 мужчин в разных весовых категориях. Этот уровень соревнований психологически самый тяжелый, отмечают дзюдоисты. Все друг друга знаем, все боремся друг с другом каждый день на тренировке. Из-за этого борьба становится тяжелее, но победить сильнейший. Чемпионат по дзюдо – одно из старейших в регионе соревнований. В этом году ему исполняется 40 лет. Впервые состязания среди дзюдоистов прошли в Куйбышеве в 1972 году. И до сих пор собирают десятки участников из разных городов региона – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска. Среди участников есть и победители российского и европейского уровней. Мне очень нравится этот спорт. Я выбрала из-за него, потому что в первую очередь выносливость вырабатывается. Кроме того, этот вид спорта, который зародился в Японии и входит в число олимпийских, помогает вырабатывать гибкость и равновесие, концентрацию, осознанность, этичность. Ведь дзюдо – это целая философия, которая формирует силу духа, уважения и достоинства. Соревнования проходят в зависимости от количества участников по олимпийской смешанной или круговой системе. Определяется четверка, первое, второе, два, третьих места. Дальше ребята зачисляются в сборную команду, становятся кандидатами в сборную команды Самарской области. Соответственно, принимают участие в вышестоящих мероприятиях. Сильнейшие спортсмены отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа по дзюдо, а уже в октябре победители окружных этапов будут состязаться в чемпионате страны. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.